избавиться от своих грехов, но по-настоящему он раскается в них. Случалось ли тебе когда-нибудь делать ошибки? Какие уроки ты извлекла? Я делала много ошибок. Один раз мне доверили большой секрет, но я их подвела. Но больше я так не буду делать, я знаю, что это очень плохо. Вспомни что-то интересное, что случилось с тобой за эти 12 лет. Много интересного случалось у меня за эти 12 лет. Одна из интересных вещей была, когда у меня телефон зазвенел на уроке. И это второй раз, когда я не знал, что это был мой телефон. Розовый. Розовый. Неправильный ответ. Не смотри, какой ты любимый цвет? Белый. У Лизы любимый цвет белый. Ну, ты такие вопросы. Следующий вопрос. Когда у Лизочки Софии выпал первый зуб? Правильно! Молодец, Саша! Следующий вопрос. Какая у Лизы Софии любимая книга? Я вам подскажу, это что-то из классической, это она классика. Какая у Лизы Софии любимая книга? Она считала, что это не любимая ее книга. Какая у нее любимая книга? Думайте, думайте. Что-то американское. Подскажу, что-то связано с американской историей. Американская трагедия. Унесенный ветром. А вы не кнопка. Унесенный ветром правильный ответ. It's in a show. I was born to entertain.
прекрасный, а мудрейший. Нет прекрасной птицы. Очень хорошо. Павлин, ты должен петь. Может помочь тебе. Я могу выручить тебя из беды.
ты, несчастная букашка, поручишь мне, великому царю, из беды. Ох, рассмеяла меня. Иди себе. Так, чтобы Светенька там победила, да, Лиза?
именно добро, и покажем, что тебе благодарили. Возьму посмотрим, что такое таинственное сегодня благодарение. Дочурка, но что-то такое взрослое, что-то мелькнет по лицу. Некогда сердце отдашь ты другому, может, немножко оставишь отцу. Тебя, моя принцесса, с батнет своей поздравляй. Моя дочурка, твою ручку отпускаю. Лети, моя голубка, мой ангел, моя кровь, с тобою мое сердце, надежда.